напротив Меченки. Я помню, главный лифт поставьте, да? Я возле Меченки. Ёлки, по-моему, они даже не поняли, что случилось, у меня такое чувство. Что, через зеленочку, наверное, пройдем по новой локации там? Тут он грустно обычно бывает. Который на ангаре. Справа. Справа по железке. Топорист. Это по нему, кажется. Нет, не по нему. Там у нас с этого. С балкончика. Не, слушай, я смотрел все это время, я смотрел. А, ты имеешь в виду, что в сторону двушки, что он двинул? Да. Он сейчас может залутать просто и уйти. Может. Понятно. Двоечник. Мне надо кинуться. Давай. Я холм займу, холм осмотрю. Давай, я на первом этаже. Докинуться тебе. У нас в тылу СВД за проходной. С того берега еще, вероятно, никто не подходил. Снайпера настройки не вижу. Просматривать или ты с него стреляешь? Да и так, и так. Опа, по мне сзади стрела. Остановка, автобусная остановка. Вижу. Два. Второй минус. Дал флеху. Пушу справа. Угу. Еще слева кто-то есть, походу. Прямо у установки. Да, понял. Минус. Еще один. Еще минус. Еще один есть? Еще. Иду к тебе. Минус. Нет, не минус. Зашел сильно коцаны. Принял. Пушу. Куда он зашел? В остановку. Вижу. Минус. Все, отлично. Сзади может быть, знаешь что, на нас и СВД нас контролит. Да. Это точно не они, по-моему, тут не было СВД. Вот это бы на стриме показать, а? Те двое. Клановые какие-то. ДТ. Я уже понял. Да, БПшка, конечно, разрывают в щи. Нет. МП-7. МП-7 я слышал. Тут еще где-то один должен быть вроде. Дробовик. Так. Тут было двое. Ага, вот еще один. Слева, я левее его. По-по-по-по-по. Сейчас, где-то он был. Так, я вышел на вот позицию. Вот он. ВСС-ка. Заправки есть. Убил одного. Там же второй. Ой, трое, блин, у нас тут вообще. Иди забирай. Как предмет, да? Троих на заправке. Если вам нравятся такие ролики, обязательно подписывайтесь на канал, парни.
полторы, нихера себе, что-то они так долго тут тусилят. А там да сейчас бегаете под кранами. Да. Ну, да, это вы, скорее всего. Там один. Контакт. А, ты? Минус один, да, да. Я отмечен. Угу. По мне инфа есть. Я по улице буду обходить слева. Второй не знаю, где я, дальнего или ближнего. Даня зашел. Торце же. Грены. Какие-то. С крыши возможно. Нет, он бегает. За беседкой, нет, которая ближе туда. К жопе. Бежит, тебя пушит. Убил. Хорош. Надо еще крышу смотреть. Не вижу на крыше. Ну, с моей стороны. Но Грен это не он его вышел, было, по-моему. Выходил только что справа. Шел обратно. Сейчас Грен убил. Слева, по дереву. Меня убили. Убил фулку. Еще есть, еще в КПП. Закрылся внутри, да. Бегу от кнопки. Ты на втором, да? На первом. Он на втором. Понял. Ага, хорош, хорош, хорош. Кажется, еще есть вид. Да, еще есть. Опять гранату прокинул, да что такое? Да, на первом. На, тебе тоже гранатку. Сорвал. Тоже фулка. Улика убил. Патроны кидаю. Меня раскидайте, если чё. Кто в вертолете внутри? Мы. А кто у меня в здании? Тоже не убивай. Понял. У меня есть здание еще. С какой стороны? Прямо у комнаты. Короче, на лестнице. Ты где? Я в комнате. Они на лестнице, один на первой, второй на лестнице. Прямо между первым и вторым. Один смотрит в мою сторону. Капец, что за дичь происходит? Все, встали, стоят, что-то. Ты по ним? Один, да, один минус. Я сейчас выйду из комнаты. Ох, ху-ху! Минус два. Ты перезаряжаешься? Нет. У меня еще есть. Где?
понял. Закинул? Закинул? Да-да-да. Бил, 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 спокойно, спокойно. Ты видел, как он его оседлал? Просто сел как на лошадь сейчас на вот этот труп, когда я убил его, или ты убил его, я не знаю. Просто такой, оп, сел на него и сидит, ну. Не, министр Моры. Да. Пока. Смотрел. Аня, ну нет. Бункер или чё? Бункер или да, 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 погнали, бункер, погнали, 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 погнали. Куда бегут? Направо, налево? Нет, они там. На нём. На ней. Ага. Валит от меня, блин. А, жесть. Кто-то по кустам слева. Не ты? По кустам? Нет, 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 я под вышку. А это бот. Да отвали с этим дробовиком, блин, уже. О, грена летит с того бункера. Я убиваю их, я бы их убила. О, у меня упори, 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 щитан. Справа. У забора? Да. Дал гранату. Слышу. Убил одного. Еще грена летит, аккуратно. Я под вышкой. Он между бункерами, кажется. Да-да-да, вот сейчас на моей грене он был. Я между бункерами слева, он справа. Вот это он по тебе. Вижу, вижу, вижу. Погоди секунду. Убил. Еще у меня есть? Я у тебя сзади, я у тебя сзади. Ты у Мэтта, наверное, сзади. Не может быть у меня сзади. Ну, я у Мэтта. Ты хаи кидал сейчас? Да-да-да, это моя была. Он меня поймал на хаешке. Гейп ТВ какой-то тут. Что, он решил Steam забросить в Тарков поиграть? Я бегаю еще. Обратно. Ну, хилишься. Да. Там боты, я только не понял, что это были. О, да я только сейчас увидела, что ты ролик. Так, а где ж я убивал самого первого? Погоди. Мы поднялись в Тетрисы, да? Вон он! Кажется, на заправке рейдеры, но это не точно.
одного убил на заправке. Вон он, сука! Нет, это обычные боты. Я на нас. Что-то мне так непривычно вообще. Я поставила сглаживание, а я на все такое мыльное. Да нахер оно надо, это сглаживание? А без сглаживания оно реально пикселит. Ну, все хорошо. Увидишь в кустах кого-нибудь. А, они пробежали сетку на территории. Дима, обратно беги в, это, в проходную. Сейчас они прям на тебя выйдут. Справитесь? Дима отъехал, походу. Да. Аня, можешь просто выпустить его? Нет. Понятно. Я там убила. Кстати, убил его. Смотри еще раз, может еще один пойти, очень много шагов. Забрало, да, было? Забрало было? Мне бы не успел. Вон он! Где это, мордатый-то? С эмочкой. Ник, помнишь, Аня? Дефендер, елки-палки. Но меня, походу, убил. Щенещик. Щенещик какой-то. Вот ты подменяешь этот пакет. Продать, у меня время. Что-то... Аня, потише. Да ну серьезно. Ой. Напротив Меченки. Я прям на главной лестнице стою, да? Я возле Меченки. Ёлки-палки, вот это рассинхрон был. Минус трое у меня. Ты ко мне бежишь? Да-да-да. По-моему, они даже не поняли, что случилось. У меня такое чувство. ФСБ. Сорян, я парни. Магазину. Да я не знаю, сейчас я тебя опять стукну, как он буду стримлапс настраивать. Еще не понимаю, что с ним за жопа такая. Ты бегаешь, прыгаешь что-то? Да. У меня, допустим, в дверь вообще не вписался. Пьяный просто. Толстый. Сюда вписывалась, а тут не вписалась. Устал больше качать, я серьезно говорю. Даже вот оружие, знаешь, меняешь с одного на второе. Просто вот такую в развалку такого достает, прям вообще жесть. Сильно чувствуется. Я за двушкой. Ты вдоль забора, да, Артем, где палатка?
Я уже перешел. Ой, теперь когда устаешь, у тебя руки не трясутся. А самое гениальное, что не придумали. А ты вес набирала уже? Нет еще? Не, ну у меня всегда этим оранжевым горит пока что. На красном вообще жесть, короче. С красной сейчас или... Ну, мне придется выкинуть сейчас тактику, потому что иначе я не могу бегать на шифте. Я могу только ходить в развалочку с стороны в сторону. Кстати, шифтует не сразу. У вас тоже так, нет? Жмешь шифт, но только через секунду, да, короче, шифтует. Да. Есть такое. Еще убрать надо. Если не уменьшить. Мы на холм подходим. Ты побежали? А? Побежали? Я пытаюсь к этому прийти. Флешка у тебя твоя? Что еще? Моя. Идешь загруженного, тебе стрельна тоже уменьшается. Двоих еще убьет. Бегу вдоль тройки по внешке. Нас шифтуют не сразу, а это-то зачем надо было трогать вообще? У меня сразу шифтуют. Налегке как бы. Ну, может быть, реально из-за веса? Это, блин, дичь какая-то. Я Тарзана убил. Зачем? Иди дальше. Дайте мне что-нибудь запихнуть, короче. А зачем ты его несешь? Надо было выкинуть его, да и все. Ну, убил, понес очень. Аккумуляторная батарея, циклон. Мне кажется, сейчас кончилось то время, когда надо вытаскивать кого-то. Это время кончилось, но мне же интересно посмотреть, как загружено общество. КПП кто-то ходит. Внутри с гранатами. Забора внутри, да? Да, внутри по забору, дал туда нейт. Дал ему в голову. После входа в ангар Вейкера. Нет, он дальше бегает, ему плевать. На кран ушел. На огне опасно. Убил. Меня сурок лагает. Меня потому что спалил тоже два. Я ему в башку попал, прям вот тут вот. Он такой, окей, пойду дальше. Прям через нативку зашел. Ты же попал, он крякнул дважды и побежал дальше. Капец, я не могу эту трубу перепрыгнуть. Просто капец. На сетке. Да. Все, посмотрю. С теплаком, кстати.
спилишь? А вот сюда с теплаком. Броник новый, кстати, 6 класса, который. Нет, они. Одного убил. Да. Это второй должен быть 100%. Я за второй казармой. Убил. Бой! Это профи. Нет, нет, нет. У меня быстрее заряжается. Убил. Ты ко мне заходишь? Я рядом хожу. Капец, они засели этой коморки, блин. На проекте образовалась новая пара, блин. Да, сейчас дым этот и кидаю остатки. Ёпать, сколько это ржаный кейс весит? 17 килограмм, блин. Ты их слышишь просто или видишь? Да, слышу. С которой стороны? С правой. Может, они вдоль здания там пробегали? Нет, он что-то вот там встал. Что-то я вообще их не слышу. Я в подвале. Первый этаж. Начинаю проработано. Может быть, это жопа верта? А, нет, 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 ходит, ходит. Бил одного. Второго. О, кстати, там наконец-то этот. Твое раскачивание головы сейчас уберут. Надо либо лежать и не бегать. Еще одного убил. Крысюк там.
еще есть крыса? Давайте, выходите. Нет? Ну нет, так нет. Разгрузка. Да, жетончик. Два жетончика. Получается, там убили троих, здесь убили троих, и у них два жетона. Все, наверное. Я вообще ходить не могу. 80 килограмм набрал. Ходить не можешь? Ну, медленно. Как на капслоке. А ты поделил топ? Да, я топнул пару раз. Хочешь мне кнопочку? Надо сюда идти как-то до нее. Этаж? Второй? Второй, кажется, да. Ну, я кого-то ранил там. Где он был? Слева, справа от тебя? По коридору? Он прямо, там, где дверь. Но я его там слышал, не видел. То есть, может быть, он на третий зашел уже. Кусты слышал. Нам. Да, тоже слышу. Босс, скорее всего, заходит. Я у магазина. Понял. Слышу, скидывается. Нет, второй. Справа или слева? Слева. Убил одного. Давай двое. Убил. Бля, это рикошет. Не, ну а чё, вы сидите, я могу посидеть. Я никуда не тороплюсь. Есть на крыше левой ладьи. Зовут он ж. С теплом. Ева, это к индусскому, да, который бежит? Да. Сейчас, подожди, попробую его. Уцепить. Двое. Понял. По-моему, с советской, что ли, каской. Я ладьи левой.
Не, я хотел туда ГС нажимать, ну ладно. Я могу затянуть, но зажимаю. Штаны внутрь может залететь, поэтому я чуть не хочу. На самой крыше, самый-самый верх. Да-да-да-да, самый. Блять, стамина! Он так, он на тебя смотрит, да? Да, на меня смотрит, у меня стамина нету на руках. Что я поцелился пару секунд, бля. Как ты? О, она как долго восстанавливается. Я внутри. Короче, я рискую. Бля, убьёшь, хрен с ним. На втором тоже. Ну или третий. Прям подо мной. Одного на крыше подстрелил сильно. Убил. Вижу его на втором. Дай секундочку. Все-таки второй, да? Да-да. Блин, он за какой-то текстуры сидит. Он в твою сторону смотрит? Он смотрит в сторону УАЗика, где этот подъем есть на УАЗик. Ты на УАЗике там, понял? Сбоку, боковой. Ну, кстати, это даже не синяя сумка, это вообще какой-то левый. Там еще двое, значит, на втором этаже. Я с УАЗика буду. На втором этаже у этого. У укреплений, короче. Да-да, я знаю. Есть кинуть ему? В гараже вы ходите? На первом? А, нет, где-то тут. Я хожу. Одного убил. Какого? Который справа у вас там был, в углу. Я на третьем, чищу третьим. Иду с тобой. Граната. Граната моя. Нет. На крыше. На крыше мертвый, если что. Не знаю. Это я. Это я. Что, зайдем вдвоем? Он справа, да, в комнате? Вот он, синяя сумка. Еще один должен быть. Ты спрыгнул, да? Я спускаюсь вниз. Бил. Че, он тут у тебя в комнате? Тут нормально, тут пацаны, там. Тоже ты там ближе была, где флешка? Опа, броник-то 5 класса, кстати, этот. Это новый, видимо. Да, да, если камуфлированный, он новый, этот разрез. Я на выходе. В день, не знаю, там за какую-то определенную сумму хотя бы что ли. Если тебе понравился ролик, подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео.